Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». Приветствую вас в секретной лаборатории изучения пива. И сегодня у нас будет повторный обзор. Мы будем пробовать пиво Lovenbräu Pils. Но только сейчас это будет Lovenbräu Pils в стекле. Поехали! Мы уже делали обзор урезанной полторашки этого пива, и оно нам совершенно не понравилось. Оно было соленым, представляете, соленая вода. Ощущение, что что-то там на пивзаводе намутили с водоподготовкой. Ну, либо просто сварили его на какой-то морской воде. Тем не менее, отзывы о стеклянном пиве, ну и о полторашечном тоже, видимо, его варят на различных пивзаводах, были хорошие, хотя они тоже разделились, кому-то понравилось, кому-то нет. Кто-то ругался на соли, кто-то соли вообще не ощущал. Я сделал вывод, что качество пива может гулять. Поэтому мы с Ипполитом Матвеевичем прикупили бутылочку пива за 59,99 рублей Lovenbräu Pils в стекле. Давайте ее откроем. Дадим постоять, подышать. Я вкратце напомню, что же это у нас за Lovenbräu Pils. Состав: вода питьевая, соль, пивоваренный ячменный, хмелепродукты. Варится это пиво и разливается в городе Волжский. Вот это у нас Волжский разлив, а в прошлый раз был Саранск. Что пишет официальный сайт КБ? Lovenbräu Premium Pils отличается изысканным золотистым цветом и пышной шапкой пены. Вкус классического пилснера с легкой хмелевой горчинкой в послевкусии. Тело от легкого до среднего с хорошей карбонизацией. Хорошо охлажденный, прекрасно освежает в жару и легко пьется. Лучше раскрыть вкус этого пива помогут мясные и рыбные снеки. Так, не буду про это все читать. Переходим к дегустации. Кто-то видит здесь пышную пенную шапку? Я лично нет. Слушаем аромат. В аромате прослеживается засвеченный хмель. Ну, характерная стеклянная бутылка зеленого стекла. Размытая солодовая сладость. Такая мягкость какая-то. Ну, слабый аромат. Пробуем вкус. Вкус сладкий, солодовый. Сразу же появляется хмелевая горчинка. Ну, такой грубый хмель, который оставляет такое вот действительно соленое послевкусие. Однако здесь избытка вот этой соли нет, но тем не менее она есть. На языке прямо у меня сейчас соль. Она не ярко выраженная, такая, не такая мощная, как в Саранском, но она есть. Друзья мои, сегодня у нас был обзор Lovenbräu Pils. Мы попробовали это пиво в стекле. Разлив был волжского филиала Ab InBev. И что я хочу сказать. Оно горькое. Здесь есть такой мощный, но, опять же, грубоватый хмель, оставляющий соленое послевкусие. Оно, конечно, поприятнее будет Lovenbräu, которое мы с Ипполитом Матвеевичем пили в полторашке. Но вот сейчас у меня конкретно, опять же, тоже соленое послевкусие остается. Хмелевое послевкусие я отлично знаю, но вот соленое, конечно, это какой-то исключительный нюанс. Ну, может быть, такая фишка Lovenbräu Pils. Ну, надо отдать должное, здесь передоза этой соли нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Всем добра и мира, друзья. Увидимся в секретной лаборатории. Пока.